Внимание! В данном видео могут присутствовать сцены насилия и ненормативная лексика. Не рекомендуется к просмотру лицам младше 16 лет. Hello! Добро пожаловать обратно на канал Джейбин и Дзиктрим. Меня зовут Хулия. И сегодня мы с вами посмотрим, что это такая за игра Storyteller. Он же сказочник, он же рассказчик. Вообще, что это такое? Увидела в шорцах просто на ютубчике. Думаю, ай, давай попробую поиграть. Ай, да запишу, посмотрим, как оно пойдет. Может быть, и вообще не пойдет, а может быть, что-то интересное. В общем, давайте глянем, заценим вот такую вот визуальную головоломку. Да. Так, Storyteller Аннапурна у нас студия. Книга о том, как сочинять сказки. Я попробовала одну главу всего лишь, там ничего все равно не понятно. Картинки красивые. Итак, в конце этой книги корона. Ею награждают только лучших сказочников на свете. Все страницы чисты, есть только название. Ваша задача – заполнить все страницы увлекательными сказками. Закончите книгу и докажите, что вы достойны звания сказочник. Ну, собственно говоря, у нас такое название у игры – сказочник. Жизнь и смерть, глава 1. Любовь. Итак, Адам сперва один, потом находит любовь и умирает счастливым. Сочините сказку с таким названием. Ну, все просто. Адам у нас сначала один, да? Потом вот он находит Еву. Боже, какие у них листочки милые. И умирает счастливым. Потому что он умер первым, конечно, он умер счастливым. Отлично. Ева умирает с разбитым сердцем. Ну, значит, получается, вот она встретила Адама, они полюбили друг друга. Потом Адам у нас умер, она с разбитым сердцем оказалась, и потом Ева умирает одна, потому что сердце у нее разбито. Мы получили корону. Отлично. Погнали дальше. Пока все забавно, интересно. Да, посмотрим, как она вообще идет. Встреча с призраком любимого человека. Получается, сначала умер он. Да, Ева. Нет, смотри-ка, она очень удивлена этим фактом. Вот они полюбили друг друга. Потом, значит, он умер. У нее разбито сердце. А потом она его увидела призраком. Ну, как вариант. Да? А чего, кстати? А если что-то другое? А если мы сделаем вот такую сцену? Не, глупость какая-то. Будет две одинаковые. А, ну, значит, все-таки эта сцена. О, ладно. Так, погнали дальше. Ладно. А! Любовь, сердце, посмертие. Первую главу мы прошли. Вторая глава. Разбитые сердца. Выздоровление. Так. Разбитое сердце исцеляется. У нас есть Эдгар, Ленора, Бернард, Изабель. Эдгар похож на Эдгара Аллана По. Ленора была... Ленор... у него, по-моему, такое произведение было какое-то связанное с ней, да? Так, у нас, значит, получается свадьба. Разбитое сердце исцеляется. Боже, свадьба кого? Вот какого-нибудь Бернарда Шута и Изабель? Смотри-ка. Нет, они исцеляются. И эти любят друг друга. А если вот так? Блин, они все друг друга любят. Боже, они все друг друга любят. Типа кто-то умер. Блин, свадьба. Допустим, Эдгар женится на Леноре. Потом Ленора. А при чем здесь вот эти ребята? Потом Ленора умирает. Но происходит эта свадьба или...
О, и ни единой смерти. И ни единой смерти. Здрасте, приехали. А эти такие тогда, типа, что происходит? А-а-а, в смысле ни единой смерти? Как я вам ни единой смерти сделаю? Так, этот на этой. Так, у этих все правильно или нет? Подожди. Так эти тоже. Херня какая-то. Так это тоже не нравится. О боже. Что за хрень? Ё-моё. Не, ну это жесть. Ни единой смерти. Ха-ха-ха-ха! Я не знаю, как сделать ни единой смерти. Ну и обойдемся, значит, без этого. Вот у них свадьба. Вот мы их всех переженим сейчас. И этого с этим. Пофиг. То есть этот с Ленорой, но Ленора умирает, он с разбитым сердцем. И потом он встречает Шута. Что, блядь? А Бернард не при делах остается. Хрень какая-то, правда ведь? Ну, Бернард, ты, знаешь, не при делах остаешься. Как бы мне тебе жаль. Ладно, поехали дальше. Разбитое сердце исцеляется. А, это продолжение главы. То есть у нас была свадьба. Ну вот смерть была. Смерть. У нас умерла Ленора. Потом у нас было оживление Леноры. А почему Изабель? Подожди, я не поняла. Так у меня ж тут Эдгар. Ну блин, окей. Ладно. Ты, значит, с ней будешь. Это любовь, все хорошо у вас. Потом ты умираешь. Допустим, хорошо, ты умираешь. И такая, о боже. Потом, значит, мы оживляем эту прекрасную леди. И вы опять счастливы. Окей. Любовь есть любовь, хорошо. Все отвергают Эдгар. Ух, даже Бернард того отвергает. Свадьба. И он такой сначала, ать. Но потом, значит, он такой... Нет? Нет? Должна быть... Ну, давай, свадьба. Не-не-не. Это, значит, вот с этим. Так, ты с этой. Его отвергают. И он умирает. Нет. И получается потом вот... Вот это вот с этим. В смысле, а почему ты? А, да. Ну так у них любовь будет. Подожди, а как так? А, нет, это умирает, получается. Это умирает. И получается, у нее разбито сердце. Нет. Па-па-па-па. Она встречает Шута. Этот опять пробует... Опять пробуют, и потом вот этот пробуют. И все. Она этого любит. Вот появляется вот этот. Боже, его все отвергли. Так, а все? А почему? А, это не отвергла. Ее, знаешь, не убить? Или, подожди, сначала вот это отвергает?
А потом она умирает. Бу-ху-ху-ху-ху. Получается, Изабель влюблена была в Ленору. Эдгарий признался в любви, а она такая, ты чё, я люблю вообще-то Ленору. А потом Изабель умирает от того, что она такая охуевшая. Ленора сразу же находит себе шута. Эдгар такой, ну блин, ну хотя бы ты. А он такой, я вообще-то Ленору люблю. Боже. Уж с какой. Мне нравится. На самом деле, ребят, мне пока что нравится. Мне пока что очень даже нравится. В сказке может быть меньше сцен. Выжившие супруги находят утешение. А кто выжил-то? Неважно, да? Ну смотри, сначала у нас была свадьба. Он, значит, все-таки женился на Ленор. Но потом Ленор, вот, значит, нет, смерть. Потом Ленор умерла, и Эдгар такой, бляха. А тут была, значит, свадьба этой с Шутом. Но тут умер у нас Шут. А потом они встретились. И смотри-ка, и поженились. Все чудесно. Ой-ой-ой. А мы, значит, все это добили, получается? У нас 7 из 51. Отлично. Да, мы прошли вторую главу так быстро. Окей, привидение, глава 3. Откровение. Эдгар поражает сам себя. Ага. Вот это сложно. Подожди, смерть. Или у него амнезия? Он смотрит на себя в зеркало. Потом он себя... Нет. У Эдгара умер. Нет, он умер. Потом он такой смотрит на себя в зеркало. И такой, типа, чего? Нет? А-а-а! Он умер. Он забыл, что он умер. Смотрит на себя в зеркало, такой, твою мать! Хорошо. Погнали. Один из супругов отвергает другого. Ужас как. То есть вот они жили счастливо, естественно, Эдгар с Ленорой со своей. Потом этот... опять она умерла. Пусть пострадает. И, соответственно, он потом влюбился в эту. Мы оживили Ленору. Потом пришла эта любовь. И он такой, типа... Так, а я уже вот с этой живу. Да! Какой ужас, ребят. Супруги с разбитыми сердцами снова вместе. Сначала у них свадьба. Эдгар женится на Леноре. Но потом у нас, соответственно, как всегда, Ленор пострадала и умерла. Эдгар страдает. Но мы воскрешаем Ленору с разбитыми сердцами. Значит, потом умирает у нас Эдгар. А потом она такая, боже мой, как так? Он погиб, за что мне это? Потом мы оживляем сначала его, потом мы оживляем ее, а потом снова... Нет, подожди, оживление ее. А потом мы снова они вместе. Нет? Значит, без оживления? Я что-то замудрила, походу. Так эти он даже призраками влюблены. А если один из них будет? Угу. Значит, без оживления... Ну, значит, вот так. Тогда оживление просто. И я оживлю Ленору. Нет? Она жила, а он умер.
И потом я его оживлю. Ну ладно. У всех разбито сердце. Сначала Эдгар у нас с Ленорой, но потом она умирает, естественно. Он встречает... Он находит утешение в объятиях Изабель, но потом и Изабель умирает. А нет. А можно... Да, мы оживим сначала Ленору. Она встретится с Эдгаром. Он такой, так а я уже с Изабель. А потом, соответственно, он умрет. И Изабель такая, нет, ты зачем умер? У всех разбитое сердце. Мы закончили третью главу. Отлично. Мы приближаемся к четвертой главе, к подвалу. Боже, что так страшно? Окей, а Ленора выпивает яд. Оу, май гад. У нас есть Бернард. Ну как может быть? Свадьба раз. Ленора и Эдгар вместе. Правильно? Потом может быть, что... Этот недостоин. Да? А чё? А потом, значит, яд. И она такая... Ау! Значит, надо сделать наоборот. Какая жесть! Эленора выпивает яд. Потому что Эдгар любит Бернарда. Двойное отравление. Вот они счастливо, естественно, живут. Эдгар и Ленора. Но у нас умирает опять же Ленора. И Эдгар такой, нет, за что мне это? И он, соответственно, выпивает яд. Он выпивает яд, он... Умирает? Нет. Она оживает. Приходит к нему на могилу. И тоже выпивает яд. Во что я играю вообще, ребят? Чего? Кто-то выпивает яд дважды? Такой тоже можно... Ага. Кто-то выпивает яд дважды. А если вот эти фреймы поменяю местами? А ну да, нахрена ей пить? Она думает, что он умер, выпивает яд, а он такой, чего? А почему он? А, потому что он умер. Нет, он выпивает яд. А почему он два раза должен яд выпить? Так он уже умер. Он выпивает яд. Она оживает. Ну да, она не понимает, нахрена ей яд пить, потому что он же, типа, она не видела его мертвым. Ну, блин, тогда да, тогда получается, что тут... Я не знаю, как это сделать. Она выпивает яд. Окей. Изабель выходит замуж еще раз. Эдгар с Изабель. Вино. Но потом они ссорятся... Из-за чего нет? Они... Изабель напивается. Они ссорятся из-за этого, из-за того, что она пьет. И
И, соответственно, у них разбито сердце. Вот, они злятся друг на друга. Она решает отравить Эдгара. И женится на... Нет. А, надо вино, что было. Значит, это сюда. Вот так. А яд? А он пьет яд. Так. И она выходит замуж. Ну, все так. Или сначала они должны, типа, быть вместе, да? Ну, это логично. Это сюда поставьте, значит. Потом вот вы ссоритесь как раз-таки, да? Вы поссорились. Яд и вот так. Ну, ясно, ладно. Изабель совершает преступление. Так она там его совершила. Ну, допустим. У нее, соответственно, разбито сердце, когда она решается признаться Эдгару. И она решается на ужасный поступок. Она хочет отравить Ленору. Она хочет отравить Ленору. Потому что хочет быть с Эдгаром. Но каждого настигает погибель. Они типа вместе, смотри. Но. Нет, а как? Нет? Так нельзя? А как? Ё-моё. Каждого. Если она тоже это вино выпьет. О, даже так. Боже, серьезно? То есть, если эти кадры поменяю местами... Угу. Ну ладно, оставим так. Красота, проклятие. Проклятие снято. Снежка. Снежка. У нас в лесу. Есть ведьма. Она встречает принца. Превращает его в лягушку. И в этом же лесу лягушка встречает... Снежка встречает принца, и, соответственно, она целует лягушку с принцем, и она, ну, да. Я не могу. Принц спасает кроху. Кроха! В лесу ведьма заколдовала кроху. Там же. Оу, май гад. Не любят друг друга, окей. Она всех заколдовывает, ясно. А как он кроху спасет? Серьезно? Оу! Серьезно? О, боже. А если ведьма и кроху заколдуют, а потом они все такие, опу. Так не работает? Так принц спасает кроху. А, кроха вообще ко всем, да, неравнодушен.
либо в поцелуе. Вот, значит, принц со Снежей заколдовывает колдунья и Снежу. Заколдовывает она и Кроху. А принц думает, что это... Принц вообще скотобаза такая. Не хочет целовать лягушку ни одну. Либо вот так. Потом ведьма заколдовывает Кроху. Он говорит... И тут как бы надо что-то решить. Но если он только... Это ни хрена не решает. И он скотобаза не хочет ничего делать. Ладно, значит, на этом завершим. И в следующий раз попробуем продолжить сказку. В голове ведьма становится фавориткой зеркала. Но на этом все. Спасибо за такой сумбурный... за то, что посмотрели, да? За то, что посмотрели такой сумбурный видос. Сделаю глоточек чая. Еще раз вас поблагодарю. Напомню вам поставить лайкосик, если вдруг видосик зашел. Обязательно загляните в описание. В описании у нас есть ссылочка на Discord-сервер, есть ссылочка на канал Алекс Косяк ТВ и ссылочка на донатики, если хотите порадовать. Кинуть денежку в монитор на вкусный чаечек. Но на этом все. Всем спасибо. До встречи в новых видосиках и на новых стримчанских. Пока-пока.